Владимир, за равенство возможностей. 33-й регион может войти в проект по развитию программ помощи людям с особенностями развития. Задача новой инициативы – находить в регионах успешные социальные практики и помогать с их реализацией. Пока в пилотной версии проекта «Равенство возможностей» 7 регионов страны. Идеолог проекта Елена Ульянова уверена, сегодня в России много достойных государственных и общественных проектов, призванных помочь людям с ограниченными возможностями. Но проблема в том, что они друг о друге не знают, действуют разрозненно, а поэтому не могут добиться больших результатов. Новый проект поможет объединить усилия. В чем проблема регионов сегодня? В чем проблема регионов? Не можем выйти. Не можем выйти в федеральную программу, мы не можем выйти на федеральную повестку. О наших лидерах узнают слабо. Всех экспертов в нашей стране все знают наперечет, одни и те же, и же с ними. Нужны новые люди, нужна новая кровь. Вот, собственно говоря, поиск вот такой социальной франшизы – это в первую очередь еще и поиск лидеров, то есть выявление тех людей, которые могут реально решать конкретные социальные задачи. Об успешных инициативах будут рассказывать на форумах и в социальных медиа. А регионы, которые захотят перенять лучшие практики, получат поддержку участников проекта. Владимирские общественники и чиновники инициативу поддержали. Уже сегодня в нашем городе действует множество программ помощи людям с ограниченными возможностями. Среди них, например, волонтерский отряд «Крот», который помогает незрячим студентам научиться самостоятельно ориентироваться в условиях города. Но развивать проекты помощи можно только при взаимодействии с другими экспертами. Получается у нас самих что-то от взаимодействия с родителями, которые имеют таких особых детей. Получается у нас что-то от того, что мы от самой школы можем получить, потому что нам, педагогам высшей школы, иногда нужно учиться у школьных педагогов. Нам же просто нужно объединяться и действительно посмотреть, а что мы каждый умеем, и учиться друг у друга. Мы, к сожалению, понимаем, что мы еще, наверное, недостаточно делаем для именно ребят, для людей, которые с определенными особенностями. Первое, с чем сталкиваются ребята, и это с бытовыми вопросами. Вот мы сейчас уже с этого года начинаем такие особенное внимание уделять, даже при реконструкции, при монтаже новых общественных пространств, да и просто при благоустройстве города, именно эти особенности, именно по их предложениям.